В Ноябрьске планируется создать Центр духовно-нравственного развития детей и молодежи. Работа над крупным благотворительным проектом началась. Уже известно, что центр будет расположен в лесной зоне с выходом на песчаный берег озера Ханто. Деятельность учреждения будет направлена на лечебно-оздоровительное и духовно-нравственное развитие молодежи. Также в его состав войдет еще несколько так называемых островов – музейно-просветительский, творчества, спорта и эксперимента.